Всем привет, с вами Глент, и вы на моем канале. Ребята, сегодня мы с вами будем играть в Царь Горы, но только в очень улучшенную версию такой игры. Я нашел карту в Роблоксе, которая просто нереально клевая. Суть в том, что есть 2000 ступенек. Они вот так вот по кругу идут, сейчас я вам их покажу. Взгляните сюда, вон, офигеть, как все высоко. По сути, нам нужно добраться на вершину, но все не так просто. Здесь у всех персонажей есть жизни, а если есть жизни, то их можно как бы... кокнуть. И вот представьте, ты идешь очень-очень высоко. Кто-то набегает на тебя с мечом и просто разрубает тебя. В общем, сегодня постараюсь просто просканировать эту карту. Предлагаю начинать. Итак, заходим на первую ступеньку. Что за гриб вырос? Я не понял, что у чувака за гриб. Погнали. Па-бам! Все, первая ступенька пройдена. Поднимаемся на верхний ярус. Идем. Вроде пока все безопасно, но пока я высоко не поднялся, я хочу вам показать, что здесь реально люди, ну, как бы рипаются. Вот, они постоянно здесь появляются. Сейчас кого-нибудь дождемся. Во, девчонка явно куда-то не дошла, к сожалению. Еще у нас есть какой-то парашют на... А, вот что это за гриб. Короче, на циферку один у нас есть какой-то парашют, но пока непонятно, что он делает. А также есть какая-то такая пружина, но она вроде нас не ускоряет. В общем, да, наша главная задача просто подняться наверх. Что у нас тут еще есть? Гравитационная катушка, суперкатушка, волшебный ковер и джетпак. Если что-то будет не получаться, обязательно, конечно же, задонатим и купим. Сегодня я хочу всю эту карту просин... Чел, вы видите? Что этот человек делает? Он просто улетел на парашюте на низ. Ладно, хорошо, давайте посмотрим, насколько мы уже высоко. Ну, честно говоря, достаточно высоко, реально уже. А вверх нам еще, офигеть. Вы видели, как долго нам подниматься нужно наверх? Но в любом случае, вы увидите только все самое интересненькое. Если здесь кого-то сейчас встретим или еще что произойдет, вы обязательно, конечно же, это увидите. Тут еще музло такое играет прикольное. Пока вроде никого не могу увидеть. О, смотрите, что вот это за желтая штука? Это какая-то контрольная точка, я могу здесь сохраниться или как? Блин, посмотрите, как далеко я уже залез. Я минут 5 только лезу, и это реально очень-очень далеко. Но, ребята, верха еще не видно. Нужно пройти 2000 ступенек. Так, а сколько в одном ярусе ступенек? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Возможно, где-то ошибся, поэтому возьмем 10. Так, 2000 делим на 10, это 200 ярусов. Вот так вот нужно пройти. Капец! У чувака ник Капибара топ. Капибара. Блин, я нереально высоко. Офигеть, это жесть. Я вот не понимаю, я нажимаю на циферку 2, у меня звук мотора такой жесткий, вы слушайте. Но я не ускоряюсь. Непонятно. Что-то на моем пути пока никого не встречается. Подождите, а кнопка вот убить всех, это что? Сколько это стоит? 500? 500 робуксов! Офигеть! Кстати, спасибо за то, что вы пишете в комментариях, что это не робобакса, а робуксы. Я теперь пытаюсь их называть всегда робуксами. Спасибо за ваше обучение. Так что, давайте всех убьем, чтобы все заново начали. Как будто это будет прикольно, нет? О, видели? 3 человека только что улетел. А, вот, волшебный ковер, вот он. Вы только что увидели, как он работает. Волшебный ковер, просто чел на максимальных скоростях улетает наверх. Короче, давайте так, я сейчас поднимаюсь еще на 10 этажей. Если я никого не встречаю, я нажимаю... Я нажимаю на кнопку убить всех. Блин, что это было? Тут Соник XZ только что пролетел. О, опять кто-то упал. Обидно то, что я никого вот на ярусе не могу увидеть. Хочется с кем-то встретиться, потолкаться. О, чел, чел, вы застряли. Мужики, девчонки. О, интересно, я могу на ее шляпу прыгнуть? Нет. Блин, я проваливаюсь на ее шляпу. Ладно, хорошо, предлагаю приземлиться. Офигеть, как много я прошел. Так, есть летающее облако, есть суперкатушка, радужный ковер, джетпак, гравитационная пушка и функция убить всех. Ну, давайте сначала проверим функцию убить всех. Я хочу посмотреть, сколько людей окажется прямо сейчас на спавне. Раз, два, три. Я задонатил. Ой, я тоже умер. Офигеть, посмотрите, сколько людей на этой точке появляется. Мне вас жалко, ну сори, но так получилось. Интересно, а люди знают, что это я сделал? А, да, я всех убил. Я просто всех рипнул, вы прикиньте, там люди какие-то прям перед концом сам улетели. Ой, это что такое? Это сам YouTube говорит, я бы прислушался. Кнопка подписаться снизу. Подписывайтесь. Спасибо, YouTube. Прикиньте, сам попросил вас на канал подписаться. Фух, а я даже забыл. У всех людей здесь сейчас нет мечей. То есть никто меня не трогает, мы просто можем вместе развиваться. Я просто бы очень хотел увидеть эмоцию чувака, которого я убил. Он такой, просто представьте, он лезет, лезет. У! И все. И надо заново. Ну это нереально высоко. Хорошо, что у нас есть еще? Волшебный ковер. Супер катушка, гравитационная катушка. Блин, волшебный ковер как будто круче звучит, да? Надо брать. Погнали, давайте, ребята, я вас сейчас всех здесь обгоню, я покупаю. Где он? А, вот, да, третий. Как это работает? О, я застрял, подождите, стоп.
Все, я полетел. Я лечу или нет? Я падаю, нет! Ты че? О, все, полетел. Ребята, я лечу очень-очень быстро. Вот это я понимаю. Интересно, что там на самом конце? Что там придумали? Я вообще даже не могу представить, что там сверху происходит. Но сейчас главное нигде не упасть. Во, люди тоже на парашютах летят. Капец. А вот и верхушка. На самом деле не так долго летел. Но если надо идти пешком, это просто жесть. А еще, когда тебя могут убить, это капец. Так, ребята, всем здравствуйте. А это что такое? Это бесплатно? Костюм могут раздать? Да ну нафиг, скины бесплатно раздают. Короче, я хочу, наверное, вот этот вот скин с глазами. Он вообще клевый. Так, а это что такое? Ой, это скорость. Я случайно нажал на скорость 1. Посмотрите, как медленно я передвигаюсь теперь. Нет, верните нормальную скорость. Скорость 5, скорость 10, нормальная скорость. Теперь скорость 25. Ого, уже быстрее. Скорость 50. Ого, и скорость 100. Ё-моё, просто тупо неуправляемый чел становлюсь. Возьму скорость 50, потому что скорость 100 это очень быстро. Здесь есть кусочек пиццы. Что это такое? Я просто ем пиццу, хорошо. Есть гравитационная пружина. Что это? Вау, как я могу клево прыгать, посмотрите. Есть какой-то метеорит. Во, это облако, я могу летать на облаке. Посмотрите, как круто. Интересно, эти штуки пропадают, когда я на низ прилечу или нет. Я просто хочу попонтоваться перед людьми, которые внизу. Есть еще магнитофон и меч. О, меч, это то, что нужно. Но для начала нужно очистить инвентарь. У нас есть меч, нам нужно взять с собой облако и гравитационную пушку. Так, что еще прикольного есть? А это что такое? А, это парашют, я понял. Ха, смотрите, какой скин. А вот и Соник Экзе, вот скин Соника Экзе. Отдайте Соника. Можно другое? Я хочу быть Соником Экзе, алло. А я могу, допустим, вот его ударить? Мечом. О, да, ударил и убил. Теперь начинается охота на людей. Есть кто-нибудь? Если кто-то есть, берегитесь. Опа, ой, девки, берегитесь. Берегитесь, девки. Здорово. Как ее ударить? О, я ее убил. Че? Сюда, сюда, еще одного сейчас убью. А, нет! Я могу просто терроризировать всю карту, жесть. О, там две девчонки стоят. Стоять. Кого-то ждем, ребята, кого-то ждем, наверное, нас. Добрый день. Она пытается убежать. Я одну уничтожил и вторую уничтожил. Блин, сори, мне вас жалко, но извините, я просто задонатил. Кстати, ребят, посмотрите, какой крутой девайс мне подарили. Это новенький Realme 10 Pro Plus. Realme является одним из самых быстро растущих брендов смартфонов в мире. Давайте распакуем. Вау, этот девайс меня сразу поразил своим изогнутым AMOLED-дисплеем 6,7 дюймов. Вы только посмотрите на эти изгибы. А еще у смартфона ультралегкий корпус, который весит всего 173 грамма. Офигеть, он супер легкий. Лично мне очень понравился дизайн гаджета. Он, кстати, доступен в трех цветах. Голубом, золотом и черном. Но это еще далеко не все фишки этого смартфона. Помимо очень крутого дизайна и дисплея, у него потрясающая ProLight камера. 108 мегапикселей. Снимки получаются очень качественные. Видно каждую деталь. Смартфон оснащен встроенной памятью 128 или 256 гигабайт. Ну и, конечно же, оперативной памятью 8 или 12 гигабайт. А еще благодаря инновационной технологии смартфон заряжается до 50% зарядки за 17 минут. 17 минут! Капец! Ссылку на Realme 10 Pro Plus оставлю в описании. Скорее переходите. Но, ребята, эти ступеньки это вообще не самое главное в этой карте. Смотрите, мы заходим в лобби и смотрите, сколько здесь всего есть. Есть просто три портала, которые называются легко, средний и тяжело. Погнали в легко. Что это? Ой. А, блин, у меня скорость ненормальная. У меня так не получится. Я могу использовать эту штуку? Вообще реально легко. Не, ну так нечестно. Я сейчас ее выброшу, потому что я всегда буду этой штукой пользоваться. Я что-то подобрал. У меня есть с собой тортик. О, я съел тортик. Отлично, хорошо. Давайте попробуем пройти средний уровень. Короче, я хочу вернуть себе скорость. А чтобы вернуть скорость, нужно добраться до вершины. Капец, это очень быстро. Я вообще в шоке. Ну, на всякий случай возьмем меч в руку. Если кого-то встретим, то, ну, помешаем, так сказать, поднятию на лестницу. Это я все-таки царь горы. О, блин, это опять та же девчонка. Ну, сори, мне надо скорость убрать. Офигенная карта. Мне кажется, с друзьями вообще кайфово будет играть. О, чел тоже висит. Капец, как много людей пытаются забраться на верхушку. Вы просто посмотрите. Повезло, что у меня получилось задонатить. Если мне пришлось это все делать соло, вот просто без друзей, это было бы очень сложно. Опа, я на вершине. Здравствуйте всем. Ой, капец, тут много народу. Короче, я возвращаюсь на нормальную скорость. Все, наконец-то. Нормальную скорость, я сказал, возвращаю. Я беру себе вот такой вот скин, чтобы все понимали, что я реально жесткий. А это что такое? Paint yourself. Я могу разукрасить себя? О, давайте я буду зеленым. Ха-ха, я зеленый. А теперь погнали, попробую попросить. Проходить еще уровни, которые придумали создатели этой игрухи. Вау, как быстро я лечу. Па-бам! Отскочил. Так, отлично. Здорово всем. Я здесь уже не новенький. Короче, заходим в лобби. Пытаемся пройти сначала средний уровень вот этого лабиринта. Не, ну я думаю, средний уровень для меня это изи. Просто тупо изи. Давайте так, я даже уверен, что я пройду его с первого раза почему-то. Так, здесь надо банихопить. Сейчас, секунду.
Так, фух, сейф. Засейвился, отлично. Так, погнали. Тихо. Спокойно. Средний уровень пройден с первого раза. Я могу скушать свою пиццу. Погнали сюда. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Теперь уровень тяжело. Что у нас в уровне тяжело? И вот это я уже не пройду, скорее всего. Жесть, вот это серьезно. С первого раза пройду. Да, конечно. Братан, я киберспортсмен по Роблоксу, я не могу его даже это пройти. Так, хорошо, оставим уровень тяжело на потом. Давайте узнаем, что здесь еще есть. Есть стеклянный мост. Это что такое, стеклянный мост? Это как в игре Кальмара? Погодите, что за прикол? Так, получается, надо на левый прыгать. А, ну это просто нужно запомнить и все. Но, ребята, я хочу заработать ачивку. А если я хочу заработать ачивку, то я делаю вот так. Да, я читерю, и что? Зато у меня теперь есть шарики. Я могу взлетать! Смотрите, я могу на шарах теперь летать, офигенно! И у нас еще есть режим исчезающая лестница. Что это такое, исчезающая лестница? Ну, пока вроде ничего не происходит, я просто иду. Когда она должна исчезнуть? Ё-моё! Страшно! Я увидел, где она исчезает! Не ожидал! Мне вообще ни на секунду останавливаться нельзя, мне вообще тупить нельзя. Вы посмотрите, она за мной исчезает! Так. О, я добрался до конца. Изи. Посмотрите, какой у меня скин теперь появился. У нас еще есть лабиринт. Окей, ну я его пройду, думаю, за 10 секунд. Смотрите, вот сюда налево, налево, направо. Понял. Заманил их на ковер нажать. Не, погодите, а лабиринт какой-то очень запутанный и мега яркий. Аж глаза болят. Не, голова начнет болеть с этого лабиринта, реально. Что за фигня? Он очень яркий. А как понять, где выход? Я почти выход нашел! Блин! Теперь не засчитается, потому что я считерил. Да, я считерил, но я почти нашел выход. Капец, я был так близко, вы посмотрите. Ну что, у нас остался уровень тяжело в паркуре. Мы прошли, у нас уже есть вот такой вот просто нереально клевый скин. И я думаю, что он нам может помочь. Здесь я обещаю не пользоваться никакими читерскими вот такими вот штуками. Буду надеяться на свой скилл. Вроде пока скилл не подводит. Угу, понял. Так, подождите, набрал скорость и... Не получилось. Стоп, а если вот так вот? Бам, бам. Да я сейчас пройду! Блин! Вот сейчас пройду, ребят. Вот сейчас реально пройду. Вот сейчас пройду. Не, подождите, так просто непонятно, этот паркур, он дальше какой? Он будет еще жестче или это вот самое жесткое в этом паркуре? Так. Блин! Да как пройти-то? Раз, два... Блин, я не знаю, как пройти этот тяжелый уровень. Я уже у нас батарейка на камере села, чтобы вы понимали, сколько попыток было. Но я не могу, я просто тупо не могу. Ребят, с третьего раза прошел. Да, прошел. Ты что, ты прошел там? Не записал. Максимум пешеходный переход прошел и все. Вот смотри, вот это победная, это победная. Отвечаю, вот это победная. Вот тут главное не затупить. Победные прыжки, победная начинаются уже. Я сейчас сделаю грязь. Нет, ну не надо. Контент будет, если я пройду. Тихо! Зачем? Не могу. Это впервые, когда я дошел. Вы посмотрите, где я был. Вы видели, что он сделал? Вот вообще, это змеиный поступок. Это гадюка. Реально. Не, на самом деле, до сюда я прохожу уверенно. Вот здесь вот какая-то фигня начинается, потому что здесь вот этот прямой угол. То есть надо... Я не могу пройти, вы прикиньте. Да я сейчас пройду, смотри сюда. Проблема вот в этом прямом углу или угле. Проблема из-за вот этого вот поворота. Он очень сложно. И вот здесь вот надо вот так вот повернуться, выбрать нужный пиксель, прыгнуть, еще раз прыгнуть, еще раз прыгнуть и еще раз прыгнуть. Но, ребята, это еще даже не финал. Я не знал, что там толстая стена. Я не знал об этом. А че она такая толстая, реально? Че за бред? Вы посмотрите, а это вообще... Подождите, надо потренироваться. Я вообще могу это перепрыгнуть? Могу. Могу, да. И вот еще раз даже получилось, но третий раз нет. Блин, и как этот паркур пройти? Ладно, не спеша прохожу, не спеша. У меня уже два раза получилось. Зачем я поспешил? Говорю, не спеша, сам спешу. Так. Тихо, прямая. Отскочила. Что за физика в игре? Почему меня угол отскочил? Почему я не подскочил? Я уже вспотел, реально. Ну и... О, смотрите, вот что это такое? Залазь. Молодец. Думал, не залезет. Это когда, знаешь, типа, баг в игре помог пройти уровень. Ну ничего, у каждого бывает. Когда баг разрушает тебе игру. Не, реально, а что за бред? Почему у меня на последнем блоке отшпиндоливает? Я не понимаю. Я пройду этот уровень. Хотите, верьте, хотите, нет. Так, прыжок.
Офигеть, вы видели? Вот это получилось. Как так? Ладно, это нечестно. Я понимаю, я хочу по-честному пройти. Мне нет желания выиграть читерским путем. Нужно доказать себе и всему миру, естественно, что я могу это сделать. Сделать вот так, сделать и так, сделать вот так и вот так. Так, спокойно. Надо выдохнуть. Вместе со мной на раз, два, три выдыхаем. Раз, два, три. Выдохнули, теперь прыжок. Не получи. И не получится, потому что я начинаю переживать. Ребята, страх — это главное оружие. Надо не бояться, надо просто на расслабончике. Собака, ты сутулая, не получается ничего. Надо на расслабончике, надо просто расслабиться. Релакс, бро, релакс. Прыжок налево, налево, налево. Ой, это право, ой, это прямо. Право, право, лево. Сейчас будет лево, лево, значит прямо. Еще раз прямо, еще раз прямо. Направо, направо, направо. Направо, ой, это прямо все время было. Ну мозг не работает, давай. Ну она не прыгает. Так, погодите, стоп, я вот так вот, хорошо. Я вот здесь вот пропрыгиваю дальше. Давайте узнаем, что нас ждет дальше. Лестница? Так я, а почему так и легко дальше? Почему так легко? А как это пройти теперь? Ну я хочу попытаться. Я хочу это сделать. Предлагаю челлендж. Вы заходите на эту карту, пытаетесь пройти. Тот, кто прошел эту карту без читерства, присылает мне в предложку в Телеграме. Ну и я подумаю, что вам подарить за это. Договорились? Я признаю, у меня не получилось. Все. Фу, сколько нервов съел этот ролик. В общем, обязательно поставьте им лайк, подпишитесь на мой канал. С вами был Глен, всем пока. Кстати, если ты играешь в Майнкрафт, приглашаю тебя на свой сервер glentland.ru. Можно играть как с компьютера, так и с телефона. Обязательно заходи, там очень уютно. Ссылочка в описании.